Вот это вот, как тут написано, простая лента для ловли мух спасет деревья от ли. Ну, вот от мух, да, действительно. Ну, как мух спасет от ли? У тли есть крылья. Сотни раз откладывания яиц и ни одного муравья. Сотни раз я видел, тут слова не хватает, видел откладывание яиц. Сотни раз я видел, сотни, ни одного муравья. А тля, ну она хоть и мелкая-мелкая, но видно, что она с крыльями, это мама-то. При чем тут муравьи? А теперь, когда она вот это сделала, полностью дерево остается без защиты. Муравьи существуют для защиты деревьев. От листогрызущих, листососущих. Ну, в школу бы отправить. А тут самое страшное потом. Ну, я, видите, как еще совет даю. Ну, может быть, когда-то наука, может быть, если Александр, как вы помните, это королева красоты сразу замминистра по культуре назначили. Вот. Ну, в таких случаях больше у Елены Александровны Савельевича, у аспиранта, должно быть шансов стать зам по науке. Вот. И представим себе, стало, дает приказ. Каждому институту вырастить сотни деревьев. Вот. Это просто. Из одного мешка косточки, все одинаковые. 100 таких и 100 таких. Вот. Одни защити от этих мышей, от муравьев, другие не защити. Через несколько лет истина откроется. Возьми другую сотню. Эту побери сотню, эту не побери. Сравни через несколько лет. Она же что делает? Смотрите. У нее вот это дерево, это же надо же видеть. Оно насквозь больное. Видите вот эту черноту? Оно насквозь больное. Ну, конечно же, ее достают тля. Но там другие причины. А от муравьев спасение вот таким путем. Глупость это все. Одно средство муравьев не будет. Треть миллиона, а эти люди доверчивы. Треть миллиона, треть миллиона. Вот. Ни один муравей не уцелеет. 3 литра кипятка. Засыпать муравейник почвой. Представляете, муравейник взять лопату, засыпать почвой. Можно натянуть пленку. Уксус! Стакан уксуса. Такие методы для борьбы с муравьишками. Если бы ты знал, что ты творишь. Главное, вспомните меня добрым словом. Один из приемов по уничтожению садов – это борьба с муравьями. Но надо еще ждать 23 век, когда это дойдет до людей. Глупость несусветная, несусветная. Вот муравейник в моем саду. Сразу, как только обнаружил, очень много гибнет муравейников таких между покосами. Сразу раз, 6 колев, все, не подходи. Это святое. Вот. Еще один прием. Значит, этот человек целый фильм снял. Он подробно рассказал, как он готовит этот яд, как надо опрыскивать деревья, которые вот просто раз и листики опустили и собираются умереть. Я перевожу взгляд внизу и вижу. Опять смертельное мульчирование. С чего ради это дерево должно просто взять и умереть? Вероятно, 90% виновата вот эта мульча. И ни слова, что надо разгрести. И вот они все учат и учат и учат. Вот этот товарищ говорит, это тоже считается ошибкой. Вот. Они считаются экспертами, авторитетами, солидными. Он говорит так, ну и что, что на деревьях уже листья? Мы сейчас посадим аккуратно. И они будут продолжать расти. Я не понимаю, он что, наняли его, чтобы один раз в жизни посадил, и до этого не садил? Он что, не знает, что даже в горшке. Вот. Пересадка на новое место. Обязательно. Сама пересадка такой стресс дает. Настолько не смертельный, но опасный прием, что она тут же прекращает развивать листья у него. Наступает перерыв. Или листья жухнут, или остаются долго-долго. И вот этот момент, он где-то, этот месяц, это именно месяц, примерно от посадки
Когда дерево, это особенно такие рослые, мощные, там много надо сока ему, чтобы как бы не прерывать. А где-то месяц не растет. И этот месяц не хватает, когда начинается зима. А потом, когда они, он их высадит, они помрут. А ему в голову не придет, что это потому, что не хватило лета. Все приемы идут с юга, там, где проходило это. Вот. Поэтому я пишу совет. Пусть первый, не садите зеленый лист. Это вам. Он же фильм-то снял для вас, понимаете? Вот. Это опять та самая усадьба. Вот. Не могут они без этого. Но я критикую. Если бы Елена Александровна Савельевич бы там была, эта самая ведущая, она бы такое себе не позволила. Она бы сказала так. Хотите? Она бы сказала так. Ну что ж, ладно получилось. Ну поздно взял землю. Но не было времени. Ездил в Африку в командировку. Вернулся, а у нас уже листья распустились. Охотится. Оставляем одну треть, две трети отрезаем. И тогда со страхом садим, что все-таки одна треть будет выкормлена. Вернуться. Смотрите. Вот. Видите? Нету это самое пятнышко север-юг. Нету пятнышка, где корневая шейка. Смотрите. И вот тогда можно было тут отрезать. И тогда снизу опять, вопреки вот желанию, вот этому глупому, дикому желанию отрезать, вот эти, все эти ветки отрезаны. Вот. Давайте попробуем увидеть. Вот. Ну, плохо видно, но все-таки видно, что неровненький штампик, неровненький. Что тут рано, 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 рано. Вот. И вот когда, если вот тут вот сделать, вот тут вот где-то отрезать, вот это все, сюда очень трудно поступить соком, страшно трудно, пересадка, я говорю. Или они начнут вянуть, или на их восстановление уйдет месяц. А там зима, я вам точно говорю, Подмосковье, если это Подмосковье, вот эта часть погибнет точно. Что надо сделать? Вот тут отрезать. И тогда они начнут, там, где их отрезали, но они начнут восстанавливаться, да? Люда, Свиряднее, помните, как у вас получилось? Финские саженцы, они такие же дуболомы, извините, как наши. Режут, делают штамп этот самый, голый штамп, калечат. У вас как получилось? Посадили, верхушку отрезали, сказали мне спасибо, когда обросло снизу, вот так вот. А я показывал фотографии, на вебинаре показывал. Вот. Вот это вот ошибка, вот это такой штамп. Никогда не покупайте такие саженцы. Вы уже заранее должны знать, какие будут саженцы. Я потом ниже покажу эту страшные вещи. Ну, ниже. Потому что у нас время уже заканчивается. Вот. Но главное, были ветки и восстановятся. Единственное спасение – это все-таки низкоштамбовая форма. Потому что это вам не Африка. А вот это только ради заработка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще вот тут, что на лопате, восемь. Восемь наименований, которые попадут в яму, и которые, еще раз говорю, любой специалист скажет, нужны миллиграммы, именно в миллиграммах меряется содержание в почве и в обычной почве. И такое же содержание должно быть в посадочной яме. Ни граммы, ни килограммы. И невозможно заранее сделать в этой ямке, чтобы она на 20, 30, 40 лет запас был. У вас кладовая же отдельно, там может быть кто-то войны боится, там может быть этот сахар, там может быть крупа, ну, пол-литра заначено. Но не на столе, где у вас на столе, допустим, каравай хлеба, там этот, вот такой вот, там на столе уже приготовлено, чтобы за раз съесть. Приготовлено там 5 килограмм огурцов, вот, 10 килограмм сосисок. Вы понимаете, что вы не съедите столько. Вот это страшная ошибка. Ведь учат же людей, ведь они же записывают потом. Вот, доломитовая мука. А нужна она там. Вот. И пошло-поехало. Не знаю состав почвы, не знаю кислотность, pH, ничего не знаю. Все это завалит. Почему? Подробно расписали, заработали, заработали. А люди-то в чем виноваты? Неправильно это. Не согласен я. Где-то это, отступить метр-полтора от дерева.
Насыпьте, ну так, чтобы ямы не было. А смотрите, что получилось. Ну ведь 80 на 80 они сказали яму. 80 на 80. Ну ведь провалится на 20-30 сантиметров. Ведь там же у вас и там все вплоть до этого, до соломы. Все же прогниет, провалится. Ну. Такое впечатление, что научиться этому минут 10 надо. И рассказать за полчаса, получить деньги. А судьба какая будет? Чтобы груша радовала, надо осенью обрезать. Но мы это проходили, помните? Вот. Обрезка ветвей весной и осенью. Ёлки-палки. Осенняя обрезка хороша. Восстановление проходит легче. Как может вести осенняя обрезка, когда холодно? Дерево засыпает. Все процессы останавливает. Представляем? Плюс 10, потом 5, плюс 5, 0, минус 5. Все процессы остановились. Дерево засыпает, лист отпадает. Как восстановление может пройти? Как? А для чего он это написал? Опять серебряники нужны. Обрезают центральные ветки. Я специально показал. Вот обрезка. Как понять не могут, что деревья не терпят это? Это же не юг. Обрезает центральная ветка. Ну что же вы творите-то, а? Крупные вертикальные ветки волчки. И я говорю, так сложилось, ребята. Существует несколько сотен, только я читал и слышал, и фильмы видел, где, проклиная эти вертикальные ветки, называют волчками бесполезными, жирующими, ненужными. В общем, прокляты они. Так. И так получилось, что до 21 века, до 20 какого-то года, с тех пор, как я появился на экранах и в статьях, никто не знал и не знает, что волчков два вида. Волчки из почек, они абсолютно законные. Они буквально на второй год покрываются плодами. А так как их никто не различает, то они тоже под раздачу попадают. И вот когда ветка, я показывал фотографию, я сейчас коротко. Вот уже видно, что дерево изувечено морозами. Там хоть белили, хоть не белили, они изувечены. И ближе к штамбу появляются вертикальные ветки. И вместо того, чтобы дать им простор, что это будущая крона, надо следить за деревом, они отсыхают вот эти вот. Не хватает им все. Чем выше, тем хуже доходит сок. Там идет мороз, там идет морозобойность, тем выше. Вот. И вот их-то и надо постепенно убирать. А эти-то оставить на омоложение. Они законные. Они из почек. А вторая группа, и чуть ли не больше, они имеют ювенальный период. То есть вращение от нуля. Они там под корой есть уже не почки, а клетки. Из-за чего получилось что? Здесь существует самое настоящее промышленное производство так называемых микроклонов. То есть берется кусок ветки, называют, проверяют ее, якобы она не имеет вируса. Вот. И теперь попробую тиражировать из нее тысячи и тысячи. Я сейчас на этом закончу. Время вышло. Тысячи и тысячи. А откуда вот такой вот кусочек ветки, вот сейчас где-то возьму карандаш или там ручку для наглядности. Вот. Ну, короче, вот, допустим, вот такой кусочек даже. И даже в этом кусочке, если его размолоть на пульпу, поместить в питательный раствор, вы увидите, что, о чудо, множество настоящих деревьев. Они, каждая из них имеет и штамп, и каждая из них имеет корни. Не может быть. Кстати, почему, когда, а это появилось не так давно, стало даже использоваться, я же не против науки, это умница. Если бы они не догадались, я бы не догадался. Но когда я увидел, что это воочию, я понял, вся теория Чарльза Дарвина, которая основана именно на постепенном развитии дерева, методом проб, ошибок, то, что мы называем эволюцией, она никакого отношения не имеет к тому, что каждая клетка – это будущее дерево. Это за пределами понимания вообще. Этого не поймет ни один этот самый
как им говорят, ну, близкие говорят, нет, пойми, то есть увидит это. Ну, скажи ему мордой ткни, ну, теперь-то вы откажитесь от Дарвина, теперь вы откажитесь от этой идиотской теории, которая умертвила миллионы людей, потому что Бога нет, потому что это самое, значит, можно убивать. Понимаете? Вот даже вот этого вот до сих пор никто не знает. А в реальности мы подходим к дереву, видим вот эти самые волчки, их с ужасом вырезают, не понимая, что раз оно не из почки, а почка уже взрослая, то есть она даст на второй год уже плоды, ну, в крайнем случае, на третий. Она, клетка развивается, вот, ну, жалко, тут нету этого. Я не думал, что я потрачу столько сил, нервов на это объяснение, чтобы показать вам, у меня тысячи, сотни фотографий. Вот они. Каждая из клетки, и у нее начало с нуля. Так же, как из, внимание, так же, как из семечка. Поняли? Так же, как семечко пошло первый год, плодов нет, второй год нет, а абрикосов на пятый год, может быть, четвертый, редко на пятый, персик на третий, на четвертый, а яблоня, груша, может быть, на десятый, на пятнадцатый. Их можно с помощью колесения приблизиться, это самое. Время плодоношения. Можно. Но это другой вопрос. Но этот, ему нужно с этого. И учитывая, что вылезло, а люди наблюдательны, аж 3 года наблюдают. Растет, плодов нет. Второй год из клетки плодов нет. Третий год из клетки плодов нет. Да пошло на ночь, оставляет старые негодные ветки. Замену выросли вот эти волчки. Приговаривают к смерти волчки, а дальше посмотреть, что будет. Голову не приходит. А почему? Они не понимают, что клетки из клетки – это особое состояние. И вы, многие из вас, впервые в жизни это слышали. Ну, а та девушка, которая сказала, что я болтологией занимаюсь, ей это надо знать. Если вы сейчас ее заставите это знать, ну, скажи, зачем болтологией занимаюсь. Какая мне разница? Ну, как объяснить людям, что именно в эти самые клеточные материал – это будущая крона. Только надо, правильно, вывод, подождать. Они молодые, они здоровые, в отличие от старых веток, которые уже… Знаете, сейчас на этом закончу, знаете что? Спасибо, брат, ты меня доведешь до инфаркта. Я имею в виду железо Юрия Владимировича, своего брата. Точно доведешь? Приходит ко мне ссылка, я открываю. Он стоит, еще один умник. Сколько их развелось, как собак нерезанных. И говорит, в руках держит этот самый, что там, чем красят. И говорит, нижние скелетки можно не красить, не белить. Они все в морозобойных, им уже хуже не будет. Давайте белить полностью все дерево, верхние ветки, чтобы не было морозобоя. И показывают на ветке, которым 2 и 1 год, вплоть до вот, где у меня эта ручка показать, что еще тоньше ручки. Это все белить надо. Я смотрю, думаю, ну кто тебя это, дерево просило, что его белить надо? У дерева, естественно, цвет, вот он, коричневый. Он принимает солнечные лучи зимою. Солнечные лучи его обогревают. При сильных перепадах бывают морозобоины. Но побелив дерево, ты его умерщвляешь. Оно не дышит, оно не принимает солнечные лучи. Вот. Нет, уже все, уже дальше куда? Уже все дерево белить предлагается. Нет, не стоже. Почему, говорят? Ну там же зимуют эти насекомые. Я сколько разглядывал, я не нашел ни одного. Кто-то когда-то ляпнул. Я не исключаю, что на 1000 деревьев, может быть, несколько насекомых в коре ночует. Ну, дерево 1 год, 2, 3, какие там трещины? Чего его белить? Если говорить, будем белить от насекомых. Я ищу, посмотрю, хоть одну трещину. Ну, покажите мне, я не вижу. Эти насекомые, эти вредители мифические. Все, выговорился. Мое время истекло. Наверное, самое ценное еще впереди. Вот, очень много. И что? Вот с этим, это жалко, что время истекло. Вот это будущее нашей страны. Онкология страшная. Никто этого понять не может. А закопать бытовой мусор у себя под дерево? А еще где-то я когда начал об этом, уже раз 10 в разных источниках, толдычу,
кроме бутылок и пластиков, закатывает все у себя по деревьям. Все, что вы, вот любое, все, что у вас приходит в голову, начиная от яичной скорлупы, железных банок, все это удобрение. Как можно вывозить это? Из почвы взяли, даже консервная банка, тоже из почвы, что угодно. Взяли, так надо вернуть в почву, а никуда. Караул, а Абакан, значит, это, не нашел денег, чтобы финансировать строительство мусора сжигающего завода. Что мало онкологии, 12 или там 24 тысячи онкологии по маленькой республике. Сколько горя, сколько этих крестов. Вот, видели дома? Вот. Видели дома? Вот, спасибо, Арсен. Ты меня поддержал. Все, закончу. Тема серьезная. Живу в Костроме. Удивляет и возмущает бескультурие, недалекость многих людей. Бездумно загадывающие природу. В лесу свалки строительного бытового мусора. В реке стальные тросы, битые бутылки. Берега в кострищах битыми бутылками. Пластиковая посуда. Вдоль дороги на остановках автобус, загороды, брошенные мешки с мусором. Земля истощена, загажена негниющими отравляющими отходами. Большая экологическая проблема. Если есть хорошие честные экологи, предлагаю тему для диссертации. Ну, пока человек защитит диссертацию, еще это, десятки, сотни тысяч людей от онкологии помрут. Пока он будет диссертацию. Это длинный путь. Вот сейчас будет говорить, хоть бы один наш, хоть бы вы, Арсен, попали бы туда, где принимают решения. Вот. Все, что вышло из земли, должно вернуться в землю. Я вас благодарю за эту фразу. А на свалке пластик пакет, это пропадает зря. Ой. У меня душа болит, у меня сердце болит. У Арсена, вот, тоже сердце болит. Сколько можно-то вот так вот, ну. Ну кому вот это может помешать? Ведь рядом, вот тут не видно, в 2,5 шагах это одно дерево, слева одно, и перед ним одно, и справа одно. Все, выговорился, ребята, а там столько тем, я боюсь сюда заглядывать, а вдруг дальше буду говорить. Я говорил, лишних 8 минут. Я хотел говорить ссылку, я говорю, все, сейчас позитив. Мне говорят, сильно много негатива. Да это не у меня негатив, это в стране негатив. Согласны? И вот тогда я что сделал? Я сказал себе, готовясь к улыбке заранее, уже тренировал, думаю, может, вот так и начну говорить, буду держать себя. Вот. Она говорит, передается искусственная улыбка, и человек поднимает настроение, пропадает головные боли. Попробуйте. Я пробовал, правда помогает. Искусственная улыбка, вот такая. Ну, что-то вы думаете. Опять начал это, возмущаться. Вот. Разве можно вот так вот? Колесо дерева, ну. Все.